Добрый день, друзья! Меня зовут Степовой Анатолий. Я являюсь ведущим специалистом компании «Сам себе ортопед». Это сообщество людей, которое пытается, не которое пытается, которое занимается изучением плоскостопия, его последствия, его влияния на опорно-двигательный аппарат, да и вообще на весь организм в целом. Потому что многие люди не связывают плоскостопие там, с болями в спине, с перекосом шеи, челюсти, таза, там боли, печень болит. Почему болит печень? Идешь в поликлинику, делаешь анализы, печень здорова, а печень болит. Ну, потому что тебя перекосило, ребрами зажало печень, и вот так тоже может быть. И это все виновато из-за того, что одна нога ниже другой. Вот. Потому мы работаем в этом деле уже лет 10. Мы занимались, вначале начинали с себя, были дилерами риэлторского ортопедического завода очень долго, работали с ними, занимались реализацией их продукции. При заводе была кафедра биомеханики ходьбы, обучались, пытались больше понять, как работает продукция, с инженерами общались. То есть у нас сами мы инженеры, и потому у нас больше этот взгляд идет именно от ортопедического изделия, как оно работает, что оно должно делать. И на этой базе мы начали заниматься уже самим изучением плоскостопия. На сегодняшний день мы пришли к ряду результатов прогнозируемых, наработали массу технических решений по тем или иным деформациям в плоскостопии. И как бы у нас нету сотрудников, у нас есть наши люди, которые с нами на одной волне, все наши клиенты, кто к нам приходит, с кем мы занимаемся. То есть наша цель именно донести до людей, свою как миссию видим, чтобы больше распространить, чтобы люди, сам себе ортопед, сами понимали, что с ними происходит, чтобы сами могли диагностировать то, что с ними происходит, знали, как это делается, чтобы могли, ну, по крайней мере, не углубленно, но поверхностно иметь актуальную картину происходящего с вами и понимать причины. Потому что если бороться с последствиями, то не поборете никогда. А если убирать причины, то последствия будут потихонечку уходить сами. Потому был создан курс, в котором хотим, уже прописали, и хотим до вас донести возможности изменения того положения, в котором вы сейчас находитесь, либо на лучшее, либо полностью на восстановление геометрии стоп. Пока разговариваем все-таки о геометрии стоп, потому что таз, спина, это все-таки там другие специалисты этим работают, и там их много, у них много наработок, потому это их задача. А наша задача — останутся стопы. Ну, я думаю, берцовая и тазобедренная кость — это тоже к нам, потому что от изменения положения стоп меняются именно берцовые кости, меняется положение тазобедренной кости, иксы возникают, разные перекосы. То есть это вот мы себе оставили, в этом мы специалисты, в этом понимаем. Значит, с чего мы хотим начать с вами знакомство, я вам сейчас объясню. Значит, наша цель в упрощенном виде, но доходчиво, до вас донести возможность самодиагностики, чтобы вы могли продиагностировать сами себя в первую очередь. Сделать выводы, что вам нужно будет делать, и по нашей методике последовательно, шаг за шагом, прийти к определенным результатам. Значит, эти результаты мы будем озвучивать вам по каждому из вас человеку, кто с нами будет работать. То есть вы будете присылать нам фотографии, мы будем их анализировать, объясним им, вам, как сами вы можете это анализировать. Вот, допустим, ваша фотография, и на вашей фотографии ваших ног я вам буду объяснять, вот что с этой ногой сейчас, что я вижу, вот ушли туда, сместились туда. На этом курсе цель — надо научить вас понимать строение стопы, варианты деформации стопы, потому что, ну, плоскостопие у всех, а вот деформации у всех разные. То есть и потому каждый из вас будет сам смотреть, какие у него деформации, сам их прогнозировать, что с ними делать, мы уже будем вам рассказывать на наших курсах. Они занимают около 6 месяцев. Значит, инструменты, с которыми вы там будете работать, мы предоставляем сами, потому что, чтобы вы не ходили, не искали стельки, которые будут вам работать 100% и выполнять свою задачу. То есть в наш курс уже входят инструменты, которые
100% дают результаты. То есть, чтобы это не затягивать и чтобы мы шли к прогнозируемому результату, потому пользоваться вы будете нашими ортопедическими изделиями, которые мы будем ну, это не изделия, это такие вкладыши в обувь, значит, и они будут выносить 3 месяца основной работы, потому что они будут изменять положение ваших стоп, менять геометрию положения костей, деформированных на нужную. Вот. И это было уже проведено маркетинговое исследование самого рынка ортопедических изделий, и были выбраны те, кто первое, по конструкции самые удачные, то есть дают 2 плоскости и соответствуют с инженерной стороны, то есть под ногу попадают. Таких изделий, кстати, не очень много на рынке. Второе, что изделия есть, которые очень геометрически, инженерно правильно сделаны, но бывают материалы, из которых они выполнены, не выдерживают нагрузки плоскостопых ног и деформируются стельки. То есть в нашей ситуации надо, чтобы стельки изменили положение ноги, а не изменились сами. Вот. На уроках мы будем, там у вас будет первый урок, и мы будем на первом уроке знакомиться с тем, что такое плоскостопие. Будем изучать строение голеностопа с вами. Там всего 28 костей, так что не переживайте. Там нет, это не очень много. Вот. И вам это надо все-таки будет больше видеть визуально. То есть не обязательно знать все. То есть вам надо будет, вы сможете ориентироваться на визуале. То есть, потому что ваши стопы именно визуально же тоже изменились. То есть они поменяли геометрию, стали там такими, сякими, у кого как. И вот в обратной дороге, когда вы будете идти назад, то ваши стопы будут менять геометрию. То есть визуально они будут меняться тоже. И потому вы будете отслеживать именно визуальную сторону. Значит, кто более углубленно будет заниматься ногами, а такие, я думаю, тоже среди вас будут, значит, это будет более такой углубленный курс, потому что первый этап нам надо все-таки будет изменить то, что есть. И на первом этапе, наверное, надо изменить, насколько это позволит сделать стелька. И зафиксировать то, что сделает стелька. Это как раз займет 6 месяцев. А дальше люди, ну, многие из вас к тому моменту уже посчитают, что не решили вопрос. Но у нас есть курсы для продвинутых пользователей, где многие из вас не в очень сильно плохом состоянии, и там вообще можно дойти до идеальной геометрии, то есть вернуть кости на место. Это удастся сделать только тем, кто сможет прям, ну, не знаю, во-первых, у кого не так все плохо, супер, и во-вторых, те, кто будет относиться ко всему серьезно. Потому я думаю, вот вступительную часть на этом закончу, вдохновлю вас. Значит, займетесь своими ногами, через полгода будут другие ноги. 100%. То есть не такие, какие сейчас. Неважно, в какой вы позиции. В 4-й стадии продольного плоскостопия. С артрозами, с деформирующими остеоартрозами. Вот. Неважно. То есть первое, что мы сделаем, остановим то, что у вас развивается, потому что плоскостопие никогда не заканчивается. Второе. Мы изменим ногу от той, которая есть в геометрии. То есть она соберется, станет меньше. Мы стабилизируем ее в пространстве, то есть если сейчас вы идете, ноги там совершают такие вот движения разные, то есть вот она наступает на пол, она делает вот так, у кого-то вот так, вот уже повернутые ноги вот так стоят, вот. Мы их стабилизируем вот в этой плоскости и в этой плоскости, то есть это в этой плоскости ее стабилизирует стелька, а в этой плоскости стабилизирует обувь. Мы добьемся стабильности и однообразной работы обеих стоп. Для начала. И вот когда этот период закончится, вот на это уйдет как раз полгода, то дальше можно будет прогнозируемо, если вот к тому моменту останутся рядом, допустим, большая плюсневая кость, она не зря же на нее операцию делают, то есть, но можно ее практически на место поставить, а многим даже удастся ее поставить на место, у кого только начало, то есть нету сильных углов. И безоперационно. То есть не торопитесь делать операции, которые вам предлагают. Не из-за того, что они не работают. Работают операции, хирурги выполняют свои дела, и сейчас такие крутые операции делают. Но просто, понимаете, после операции уже ничего не переделаешь. А пока нету операции, все естественно, то можно... То есть не всегда... Операция – это не один способ для действия. Потому есть, я думаю, даже для себя буду считать победой, если
из вас хотя бы половина откажется от операции и не пойдет по оперативному пути, а пойдет все-таки по нашей методике. И если вас там что-то не устраивает, это вот как бы, ну, я думаю, что результаты вам очень понравятся, там все будет нормально. Потому что это уже 10 лет практикуется, все прогнозируемо. То есть то, что даем, и то, что сейчас мы вам даем в эфире, и то, что хотим до вас донести, это просто уже сделано. Сделано здесь, это уже проверено десятки раз. То есть это, вот мы знаем, что если мы сделаем вот это нас приведет к этому. А базируясь на том, сделаем вот это приведет к этому. То есть и я вас так буду потихонечку от шага к шагу вести к решению определенных задач. Кто-то с вас будет сталкиваться с тем, что у вас будет не получаться. Мы с этим тоже сталкивались, понимаете? То есть мы тоже совершали ошибки, ходили туда, куда не надо ходить, возвращались оттуда. То есть мы вам не дадим сделать ошибки, которые мы уже совершили, понимаете? То есть это сократит ваш путь для достижения своих целей. Вот, очень буду рад вас видеть на наших курсах, буду рад вам помочь. А теперь давайте перейдем к первому уроку.